Привет, друзья! У нас сегодня на обзоре новые тепловизионные приборы Pulsar, предназначенные для наблюдения. На текущий момент компания Pulsar выпускает несколько моделей тепловизионных приборов, предназначенных для наблюдения. Во-первых, это серия тепловизионных монокуляров Pulsar Helion, которые выпускаются на 640 и 380 матрице. Также бюджетная серия Pulsar Quantum Light. И третья линейка – это флагман, тепловизионный бинокль с лазерным дальномером Pulsar Accolade. И вот теперь у нас появился четвертый тепловизионный продукт, предназначенный для наблюдения. Это линейка тепловизионных монокуляров Pulsar Axion. В линейке три модели. Все они построены с применением тепловизионной матрицы французского производства компании Ulis. Разрешение матрицы 320 на 240 пикселей. Размер пикселя 12 микрон. Использование такой маленькой матрицы позволило сократить вес и габарит. Внешне вот этот тепловизионный прибор напоминает лазерный дальномер. Его вес всего лишь 250 грамм. Все приборы обладают степенью защиты, которая позволяет им выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра. Питание Pulsar Axion осуществляется с помощью нового типа аккумулятора. Он называется APS-3. Хватает его примерно на 4 часа работы Axion'а. Он находится внутри прибора, извлекается нажатием на кнопку, и аккумулятор выезжает со стороны окуляра. Вот так он выглядит. Также можно запитать Axion с помощью внешнего источника питания, подключив его в порт microUSB. В таком случае время работы прибора ограничено емкостью вашего пауэрбанка. А теперь, чем модели Pulsar Axion отличаются друг от друга. Во-первых, старшая модель Pulsar Axion XM38. У нее объектив с фокусом 38 мм, оптическая кратность 5,5, максимальный цифровой зум 22. Масштабируется изображение нажатием на кнопочку со стрелочкой. Один раз нажали — увеличивается в 2 раза, еще раз нажали — увеличивается в 4 раза. Также есть плавный цифровой зум через меню шагом 0,1. Дистанция обнаружения у старшей модели XM38 1700 метров. Ширина поля зрения на 100 метров чуть более 10 метров. Средняя модель в линейке Axion'ов – это Pulsar Axion XM30. Фокус объектива у этого прибора 30 мм, оптическая кратность равна 4, максимальный цифровой зум равен 16. Переключается он кнопкой на корпусе прибора. Оптическая кратность 4, цифровой зум 8, 16 и снова 4. Также можно увеличивать картинку плавно через меню шагом 0,1. Дистанция обнаружения у этой модели 1200 метров. Ширина поля зрения на 100 метров больше 13 метров. Обе модели Pulsar Axion XM38 и Pulsar Axion XM30 имеют встроенную видеозапись и фотозапись, имеют встроенную видеопамять размером 16 гигабайт. Обе эти модели построены с применением высококонтрастного дисплея AMOLED с разрешением 1024 на 768 пикселей. Обе эти модели можно использовать при температуре от минус 25. И также у обоих этих моделей есть Wi-Fi. С помощью Wi-Fi эти приборы можно подключить к смартфону с операционными системами Android и iOS, чтобы осуществлять передачу информации, либо обновлять программное обеспечение прибора. Теперь про третью модель Pulsar Axion. Называется она Pulsar Axion KXM30. В отличие от предыдущих двух, она является бюджетной. Вот почему. У ней отсутствует функция видеозаписи, у ней нету Wi-Fi. Модель построена с применением более бюджетного микродисплея, который называется LCOS. Он меньше разрешения, чем AMOLED. Его разрешение составляет 960 на 720 пикселей. Дистанция обнаружения те же 1200 метров, что и у средней модели. Ширина поля зрения такая же, как и у средней модели, в районе 13 метров на дистанции 100 метров. А вот начальная кратность равна 2,5. Максимальный цифровой зум у ней равен 10 кратам. Если вы не планируете использовать тепловизор при температуре ниже минус 10 градусов, если вам не нужна функция Wi-Fi и вам не нужна видеозапись, то можете рассмотреть для себя покупку бюджетной модели Pulsar Axion K. С теорией мы заканчиваем, переходим к практике. У меня на штативе стоят две модели. Старшая XM38 и средняя XM30. Обе эти модели с функцией видеозаписи. Именно на них мы и запишем сегодня наш обзор. Младшая модель, которая Axion K, не имеет функции видеозаписи, поэтому мы ее не будем использовать одновременно с этими приборами, потому что это будет некорректно. Как-нибудь в другой раз мы запишем обзор, подведя камеру в окуляр прибора. Но это не сегодня. Сегодня мы поработаем с двумя
двумя моделями, которые имеют функцию видеозаписи. Передо мной поле. На краю я поставлю штатив, на котором находятся пульсары Аксионы. На обоих приборах я включу видеозапись и пройду вперед примерно метров на 500. И мы с вами сможем оценить картинку, ее детализацию, ширину поля зрения у модели 38 и 30. Вот приборы, вот поле. Я пошел по прямой. We'll be right back.
Вы все видели своими глазами. Пульсар Axion XM38 и пульсар Axion XM30 на дистанции от 50 до 500 метров, на разной кратности, оптическое увеличение, двойной цифровой зум и четверной цифровой зум. Я намеренно не включил в сравнение бюджетную модель пульсар Axion KXM30, потому что у этой модели нет функции видеозаписи. Можно было подставить камеру к окуляру, но это было бы не очень корректное сравнение, потому что здесь встроена видеозапись и картинка записывается в более высоком качестве. Но поверьте на слово, картинка у этого прибора вполне себе приличная. Минимальная кратность у него 2,5 оптическая, максимальная цифровой зум 10. Да, это меньше, чем в 30-й модели, которая без префикса K. Но все равно этим прибором можно пользоваться, обнаруживать объекты на дистанции в районе километра. А на этом все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях. Всего вам доброго!